В Кашхабском районе прошла очень трогательная и нужная акция. В канун весеннего праздника Международного женского дня по поручению главы Республики Адыгея, секретаря регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Мурата Кумпилова, работники администрации района, депутаты Госсовета Хасы Республики Адыгея и райсовета, главы сельских поселений, члены партии «Единая Россия» навестили семьи военнослужащих, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. Участники мероприятия поздравили жен и матерей военнослужащих с 8 марта и подарили каждой женщине цветы, а также передали продукты первой необходимости с пожеланиями веры, надежды, любви и здоровья. Праздником вас, 8 марта. С наступающим праздником! От администрации района, от Народного фронта, от Единой России мы хотим вас поздравить с наступающим праздником 8 марта. Так как вас муж служит, вы знаете где, вот решили вас поздравить. Да. Спасибо большое. Замечательным праздником. Здоровья. Спасибо большое. В ответ жены и матери мобилизованных поблагодарили за заботу в это сложное для них время. Все, что необходимо, все делается, внимание, какие-то просьбы, что-то. Никто не отвернулся, всегда подставляют плечо. Спасибо, я благодарна всем. Спасибо большое. Мобилизовали мужа, держим связь. Звонит, старается каждый день, ну, по возможности. У него сегодня день рождения, 24 года. Мы уже поздравили. Все. Готовим стол. И ждем его возвращения. Обязательно. Скучаем, очень скучаем. Волнуемся каждый раз. Но держимся, потому что он сказал, будьте сильными. И я буду вместе с вами таким же. Потому что он сказал, не плачьте, не надо, держитесь. Я не люблю слез. И мы не плачем. Мы держимся, мы ждем, мы очень его любим. Мы хотим, чтобы он быстро вернулся. Администрация района выражает искренние слова признательности всем, кто был причастен к организации и проведению этого значимого мероприятия. Это предприниматели района Руслан Мамруков, Руслан Хаджироков, Джульетта Тхакахова, Амир Губжоков, главы крестьянско-фермерских хозяйств Азамат Бзигежев, Руслан Папов, Беслан Кидакоев, Аслан Тхаркахов, Мухаджир Зехов, депутат Госсовета Хасы Республики Адыгея Зураб Зехов, парламентарии района, сотрудники районной администрации и все неравнодушные.